все, кто присутствует на клубном «Вне». Трейдинг, миф и реальность. Время сейчас 10 часов утра ровно. Меня зовут Владимир Тишко. Давайте с вами поздороваемся. Здравствуйте, Валентин. Здравствуйте, все остальные, кто присутствует в чате. И немножечко кратко хотел бы рассказать об идеологии данного клубного дня. Клубный день был и проводится регулярно, практически регулярно, каждую субботу с 10 часов утра на протяжении, наверное, полутора или уже скоро будет двух лет. То есть мы начали в феврале, если ошибаюсь, 2013 года, но вот фактически, наверное, скоро будет два года. Идеология данного клубного дня заключается в том, чтобы вот начинающие трейдеры могли бы познакомиться с трейдингом, разобрать какие-то там сложные моменты, которые возникают у начинающих трейдеров. И фактически под этим названием мы провели достаточно большое количество клубных дней, какой-то другой, объединенной другой тематикой. Ну, к примеру, вот с чего начать, вот какие первые шаги должен сделать начинающий трейдер, чтобы получить более легкий вход в эту профессию. Ну, к примеру, семинар «Хочу все знать», где мы разбирали термины, понятия трейдинга, вообще мирового финансового трейдинга, фондового рынка, товарного рынка, в том числе и рынка Форекс. Индикаторный анализ, в данном случае я могу сказать, трехдневный семинар у нас будет вторник, среда, четверг и, может быть, даже пятница, посвященный подходам к техническому анализу с точки зрения классического и индикаторного анализа. Законы финансовых рынков. Во-первых, есть такой семинар, видите, он вырос из этого клубного дня. Мы разбирали ряд сложных моментов, которые, может быть, слегка сначала непонятны начинающим трейдерам. Почему цена растет, почему цена падает, вот где... Какие силы действуют в тот или иной момент? То есть вот философией трейдинга, вот философией движения разбирать, конечно, полезен будет данный семинар или клубный день. Здравствуйте, Олег. Как выбрать правильные цели в трейдинге? Вот какие цели, наверное, должен ставить себе начинающий трейдер? Какую цель по факту они себе ставят? Успешные трейдеры, кто они? Основа управления капиталом. Вот трехдневный, даже четырехдневный семинар уже прошел на этой неделе, он проводится два раза в месяц. Можно ли заработать миллион, торгуя на финансовых рынках? Вопрос такой интересный, мы как-то это даже рассматривали с точки зрения расчета, с точки зрения математики, могу даже это еще раз прояснить. Инвестировать или торговать самому? В Санкт-Петербурге я проводил вот такой клубный день, то есть все-таки кем выгоднее быть, инвестором или все-таки спекулянтом, трейдером? То есть пассивный подход к трейдингу, консервативный, либо наоборот активный. Вот кому будет интересно, кому какое интересно будет направление. Торговая система, как ее построить, дневники трейдера, но об этом часто я как-то делаю небольшие отступления в рамках разных семинаров. Ну и, соответственно, стратегии и тактика торговли. Тоже этот как раз момент мы рассматривали. Это вот такие специализированные клубные дни, которые так или иначе у нас были проведены. То есть еще есть у меня идея ввести сюда несколько клубных дней, объединенных общей темой трейдинг, миф и реальность. Ну и, в общем-то, разбирать все наболевшие вопросы, которые вот возникают у начинающих трейдеров. Новичок открывает интернет, смотрит, с одной стороны пишут про Форекс гадости, с другой стороны пишут только прекрасное. И вот задача лично моя все-таки отделить зерна от плевел, то есть выбрать полезные составляющие трейдинга, к примеру, на валютном рынке, ну и, соответственно, показать какие-то, может быть, сложные моменты. Некоторым товарищам, некоторым трейдерам я просто не рекомендую заниматься трейдингом, потому как не добьются они, скорее всего, в этом деле успеха. Давайте сделаем так, раз у нас здесь уже собралось достаточное количество участников, если у вас какие-либо вопросы, вот, собственно, все, что строится в рамках данного клубного дня, мне бы хотелось, наверное, может, какие-то моменты для вас как-то прояснить, раскрыть, либо дать направление, в котором можно будет развиваться. Если есть вопросы, давайте сделаем так, пишите вопросы, задавайте в чат. Я постараюсь либо их прокомментировать, подсказать, где найти. И если нет, то мы заканчиваем наш клубный день и разбегаемся довольны друг другом. Сегодня суббота, обещали у нас грозы, дождь целый день, но погода сейчас
чудовищно, уже даже с утра жаркое. Сейчас скажу, сколько градусов у нас выше нуля. Уже 23 градуса, к обеду, наверное, будет. Если таким темпом все будет нарастать, наверное, к 30 градусам подойдет температура. Есть ли какие-либо вопросы, есть ли что-нибудь для обсуждения? То есть задавайте тему, либо я сейчас начну рассказывать то, что лично мне показалось интересным, то, что я хотел бы рассказать вам, но, может быть, вы, допустим, этого, вам это не очень интересно, а мне вот кажется, это очень интересно. Сколько денег нужно для старта? То есть давайте, Максим, определимся с этим вопросом. Очень хороший, кстати, грамотный вопрос. Мне этот вопрос задаются очень часто, то есть люди приходят, причем, как правило, люди задают такой вопрос, либо, с одной стороны, начинающие трейдеры, какие-то студенты, вот у них мечта, естественно, заработать денег, все прекрасно понимаю, молодых людей, денег нет в большинстве случаев в кармане, и трейдинг они выбирают как способ заработка. И вторая группа, я вот, кто такой вопрос задает, это те люди, которые уже состоялись для трейдинга, скажем, это уже люди взрослые, зрелых лет, может быть, даже постарше меня, есть такая группа людей, у которых в жизни уже все хорошо, и дети, и внуки, есть какой-то свой собственный бизнес, и вот надо идти на пенсию. Точнее говоря, не на пенсию, а подходит время, когда вот все там, уже переданы борозды управления каким-то семейным бизнесом в руки, как правило, детей. И вот чем-то надо заняться. И вот как пришел ко мне один из таких людей, сказал, знаешь, у меня, говорит, все нормально. Вот чем мне сейчас заняться? Я, в принципе, даже пока не знаю. Я там все распределил, все активы как надо. Ну, не сторожу мне идти. Ну, вот, в общем-то, идея такая. Вот взрослый, состоявшийся человек, вот у него мысль такая, чем заниматься? Надо как-то, как чем-то себя занять. И вот трейдинг для него был как раз этой отдушиной. Он хорошо играет в шахматы, любит подумать. В общем-то, вот такой момент. Ну, естественно, вот он задает вопрос. Володь, сколько нужно денег для того, чтобы мне начать? Я как раз, Валентин, могу сказать, что можно начать с капитала, ну, даже $100. Вот не возбраняется начать с этой суммы. Но вся проблема возникает в следующем. Дело в том, что любой небольшой... Привет с Марса и вам, Алексей. Привет с Марса. Вам привет с Земли. Почему я буду говорить о капитале или говорю о капитале $1500? Вот вопрос очень серьезный. Давайте даже я перейду сейчас к камере и буду рисовать. Тут не получится у меня, наверное, быстро все это пояснить. Давайте посмотрим, как вы будете совершать торговую операцию. Вот относительно того, с каким кредитным плечом вы совершаете сделку. Возьмем сейчас валютную пару, ну давайте классическую возьмем, евро против американского доллара. Все знают котировку. Ну, к примеру, 1.12 ровно. Вот по этой цене вы покупаете евро за доллары. Если вы покупаете минимальный лот, 0,01 лота, то вы покупаете 1000 единиц базовой валюты. То есть вы покупаете 1000 евро за доллары. Вам эта сделка обойдется, если бы вы такую сделку делали в валютном обменном пункте в Европе, приехали с долларами, покупаете евро в валютном обменном пункте. 1000 евро купить по такой цене, вам эта сделка обойдется 1120 долларов. Как вы понимаете, вот если у вас эти деньги в кармане есть, пусть будет $1500, вы купите, заплатите такую сумму, купите евро, у вас будет в кошельке евро, 1000 штук, и у вас еще останутся доллары. У вас останется еще сколько долларов? $380, да? И доллар у вас останется, $380. То есть в совокупности это будет та же самая сумма, 1500 долларов по цене, по котировке 1.2. Вот если вы будете владеть этим капиталом, этим объемом, точно так же, как на рынке Форекс, то никто к вам завтра не придет и не потребует довносить дополнительные деньги, потому что курсовая стоимость евро изменилась.
Вот для, если мы будем брать рынок Форекс, то я как раз и говорю, что капитал $1500 для торговли, для старта 0,01 лота будет очень комфортен. То есть фактически вы будете совершать сделку, не используя чужие заемные средства. Вот вы затратили столько денег, а у вас денег в кармане вот столько. И у вас еще в запасе осталось небольшой капитальчик. Смотрите дальше. Но если вы купите, ну, в обычной жизни вы такую сделку совершить никогда не сможете, потому что если вы придете в обменный пункт и скажете, я хочу купить 0,02 лота, то денег вам потребуется в два раза больше. Где вы такие деньги возьмете, если у вас недостаток капитала? 2, 4. То есть вот во столько вам обойдется покупка 2000 евро. Как вы понимаете, вот на валютном рынке как раз вам и предоставляется плечо, только для того, чтобы вы могли во временное пользование взять сумму большую, чем у вас есть денег на торговом счете. Как вы понимаете, когда у вас возникает ответственность, обязанность за капитал, то вы уже немножечко находитесь на коротком поводке. То есть вас формально, если вы взяли где-то кредит, у вас есть уже ответственность за эти деньги, за обязательства. Именно этот момент как раз я хотел бы в данном случае прояснить. Так, давайте сейчас я перейду сюда. Поэтому если я говорю о капитале для старта, Максим, вот теперь конкретно для вас. Вот когда я говорю о том, что капитал $1500 будет комфортен для начала, для старта, то есть вы в этом случае не потеряете деньги, если будете торговать крайне консервативно при отсутствии опыта 0,01 лота, полгодика отработаете свою торговую систему, потом начнете повышать размер кредитного плеча, то в этом случае у вас будет очень успешный, надежный, такой хороший старт. То есть главное, вы не потеряете деньги. Вот когда мне говорят, или спрашивают, Володь, а как надо вот торговать? Я говорю, ребят, вот неважно, как вы будете торговать, неважно, сколько у вас денег, но самая главная задача для вас – не потерять больше 30% вашего капитала. Соответственно, вы понимаете, если у вас на счете всего $100, то потерять их гораздо проще, нежели потерять $500 от капитала 1500. Вот если с этой задачей начинающий трейдер справляется, новичок, или когда трейдер ничего не заработал в течение года, я говорю, знаешь, это прекрасный год для тебя был. Ты приобрел такое количество опыта, ты зарабатывал, терял, может быть, зарабатывал, выходил в прибыль, но снова терял, и ты остался в нуле первый год. Это очень хорошо для начинающего трейдера. Можно смело сходить в ресторан, отметить, потому что половина трейдеров, половина, вот вы в тот день, год назад, к примеру, начали торговать, половину трейдеров всего мира смыло удушливой волной трейдинга. То есть они потеряли деньги. Вот уверяю вас, что нулевой результат соответствует примеру, ну, где-то половине всех трейдеров мира, которые совершают сделки на абсолютно любом рынке. На товарном, на фондовом, на валютном. Половина трейдеров слила в унитаз. Поэтому вот такой момент. Если у вас цель научиться, я бы сказал, для старта капитал $1500 это очень комфортная величина. Все, что выше, это уже, естественно, по желанию трейдера. Но если по нашем примере, смотрите, вы открываете торговый счет, вносите $500, то у вас даже с торгуя 0,01 лота, у вас получается сделка будет в 3 раза больше, чем ваш персональный личный капитал. Ну, примерно в 3 раза. То есть у вас там сразу возникает кредитное плечо, оно небольшое, но тоже вполне комфортное. Но, знаете, новички склонны к ошибкам. Это я тоже сплошь и рядом вижу. Даже вы, может, видите на семинаре «Секреты тренировки трейдера». Все на первом этапе делают ошибки. Вот когда говорят про новичков, то, что новички потеряют деньги, я с этим совершенно согласен. Первые 90 дней ввиду вот непонимания вот законов рынка, правил совершения операций, управления риском, непонимания, там, как поставить стоп-лосс, тейк-профит. То есть трейдер как теленок там тычется куда-нибудь. И здесь та же самая картина. То есть под первые 3 месяца это самые сложные моменты. Ну, а, наверное, предел вот этого сложности достигает, наверное, где-то 2 лет.
После 2 лет становится все гораздо проще, гораздо легче. Поэтому моя сумма, о которой я в данном случае рассказал, $1500, это только для того, чтобы трейдер был уверен в своей торговле и ни в коем случае не потерял больше 30% капитала на первом этапе, на старте, и дальше уже развивался. Как вы понимаете, можно начать и с $10 и с $30 попробовать. Но, вы знаете, это очень такой неприятный момент лично вот для меня, мне кажется. Приходит человек, вот у меня есть $30, я хочу попробовать свои силы на наносчете. Я так думаю, но вот если этот человек пришел и как-то выбрал вот эти $300, сколько сейчас это, 1500 рублей нашел, и для него это серьезная сумма, я в процессе разговора спрашиваю, выясняю, а нужно ли вообще ему заниматься трейдингом, зачем? Он говорит, я хочу заработать деньги. А кем ты работаешь? Да почти никем там. Я предлагаю, найдите лучше себе хорошую работу, зарабатывайте, найдите себе профессию, не надо лезть в трейдинг. То есть из этого вы не сделаете для себя никаких хороших выводов, хороших результатов, потому что придется, как не хотели бы мы это, потратить очень много времени на вот в начале, на обучение. Обучение — это не значит, я вам что-то буду рассказывать, а вы сами будете обучаться, наблюдая за рынком, торгуя. Это всегда время. Вы представляете, вы сидите сейчас, вот просто смотрите в монитор, заработали в течение одного дня со своих $30. Ну пусть будет $10, заработали чудом каким-то. Представляете, $10, это 500 рублей. Маме проще там наняться где-то, там, пойти на работу и там сделать работу, заработать 1000. Вот вы об этих моментах я хочу и как-то предупреждать людей, чтобы они как-то не строили иллюзий, что вот я здесь обязательно за 2 дня из $100 сделаю 10 тысяч. Это можно, но, знаете, только для опытных трейдеров, которые уже попрактиковались, знают, что и как, ну, плюс понимание того, что можно рисковать и неоднократно потерять деньги для получения такого результата. Вот, Максим, о деньгах я вроде бы рассказал. Ну, если у вас есть какой-то еще вопрос, который соотносится вот с этим вопросом или с моей точкой зрения, задавайте, я как-то могу еще более подробно разложить в ту или иную сторону свое личное мнение. Ну и, по крайней мере, наблюдение за трейдерами, за теми, кто вот начал торговать со $100, и те трейдеры, кто пришли с большим капиталом или постепенно практикуется на демо-счете, накапливает капитал на своем реальном счете и потом переходит на реальный счет, это небо и земля. То есть гарантия практически 100%, что капитал $100 будет потерян у трейдера, а если трейдер подходил к этому серьезно и постепенно увеличивает свою стартовую капитализацию на счете, у таких трейдеров даже при одинаковом уровне мастерства результаты, естественно, будут лучше. Сейчас даже это мы посмотрим на примере вот того торгового алгоритма, о котором я вчера в конце семинара начал рассказывать. Он, кстати, очень хорошо рифмуется с этим, с вашим вопросом. Вопрос по индикатору индекс денежного потока. Нет, не использую, Валентин. Хотите, могу сейчас даже в моменте, конечно, не могу даже сказать так, что он у меня где-то стоял когда-то. Не использую вообще, точнее говоря, как-то пытался, но для себя не нашел ничего хорошего. Вообще, если говорить об индикаторах, я к ним отношусь крайне прохладно, совершенно спокойно. То есть они мне не мешают, но и не скажу, что уж прям на них молюсь, как некоторые трейдеры приносят там свой скриншот. И вот там я вижу такой лагман из этих индикаторов, ничего не понятно. То есть как он принимает решение, я, честно говоря, в некоторых случаях даже не знаю. То есть трейдер начинает колдовать, ну вот чисто астролог такой. Вот здесь одно вверх, это вниз, это ждем сюда, это туда. Тут не смотрите, тут все не так. Вот эти моменты меня немножечко, конечно, смущают. У новичков такое случается, когда они вот не знают, за что взяться, думают, что индикатор поможет. Но самая главная ошибка – это непонимание того, что цена первична, а индикатор всего лишь подтверждает тенденцию. Поэтому вот такой момент. Могу про этот индикатор сделать отдельный дополнительный материал в рамках будущей недели
семинар по техническому анализу, технический анализ, индикаторные методы. Это среда, четверг, и, может быть, ну, если на пятницу мы перенесем наше занятие еще, часовое сделаем, то если я успею, до четверга расскажу про этот индикатор, осциллятор, либо расскажу уже в пятницу. Если это он вообще, в принципе, вам не особо интересен, то я и не буду стараться, зачем мне как бы лишняя работа, которую, в общем-то, я бы, наверное, никогда не делал. Да, Валентин, абсолютно правильно. Вот любое, вот в этой части вы абсолютно хорошо заметили. Давайте даже маленький моментик я хочу показать. Кто этот семинар, у кого этот слайд есть, я хочу показать интересный момент. В этих условиях, Валентин, вы абсолютно правильно. Ну, у меня-то желания особо скажу нет. У меня нет желания. Если у вас есть такая просьба, то я это сделаю. Итак, в этом примере как раз отвечу. Есть такая формула, которая определяет размер кредитного плеча. Если у нас есть какие-то относительно стандартные результаты или статистика нашей торговли, то в этом случае вы абсолютно правы, Валентин. Вы правильно заметили, я об этом тоже говорил, что плечо 25-е в этом примере, оно будет идеальным, оптимальным вот в этой истории. То есть любое пониженное значение, это будет результат близкий к факту, но всегда будет хуже результат, нежели вот это 25-е плечо. Да, смотрите, 20-е плечо, 15-е, то есть оно будет в сторону повышения, я если его буду двигать, то, естественно, дойду до оптимального. Ну а любое значение выше 25, вот здесь 25, 30, там, 40, это будет ухудшение результата. Если у нас есть прибыль, у нас есть, естественно, убытки, и если вы смотрели внимательно семинар, то есть в данном случае здесь расчет идет процентный расчет прибыли по отношению к деньгам. То есть вот на этом я делал акцент. Фактически у нас получается, что те процентные прибыли, которые мы не можем, вернее, те процентные результаты, которые мы не можем гарантировать, что у нас будет следующая сделка снова в плюс, естественно, у нас всегда есть риск, то, что мы потеряем. Вот трейдеры, новички, они настраиваются на максимизацию доходности. Те трейдеры, которые опытные, они стремятся к контролю за вот этими возможными будущими потерями. Так что в этом случае абсолютно правы. Теперь, у кого есть этот слайд, вы можете поиграть, смотрите, зная вот эту хитрую цифру 25, что это оптимальное плечо, вы можете поиграть вот этими соотношениями. В жизни, я сразу скажу, такая торговля, ну, практически невозможна. Это только в сказках, в мечтах кто-то там говорит, что вот так надо торговать. И я тоже так говорю, ребята, так надо торговать. Вопрос, сможете ли вы и смогу ли я? Вот всегда в этом вопрос. Ну, как учитель, да, в данном случае я говорю, о, делайте так. Вы пытаетесь, у вас не получается, и вы спрашиваете меня, учитель, а у тебя точно так? Я говорю, нет, у меня тоже не так. Но я вам советую, стремитесь к этому. Так что жизнь немножко рихтует наши все хотелки и по-всякому не получается. Поэтому я бы хотел сказать вот что. В жизни будет примерно так. На доллар убытка будет приходиться $30, $20 прибыли. Вот этот момент. Ну, как вы видите, трейдер с 25-м плечом здесь тоже будет тихонечко-тихонечко сливать. Это в перспективе, даже в теоретической части. Профит фактор один. Вот здесь как раз и мы должны посмотреть, какое плечо для нас будет, к примеру, выгодным. Таким вот образом можно будет посмотреть, подобрать чисто ориентировочно для самого себя. Там, ну, или, к примеру, 10-е плечо. Вот поэтому я говорю, что когда трейдер торгует с плечом больше 10-го, а в большинстве случаев вот такой у вас профит фактор будет, вот такой, то, конечно, большие плечи – это большее зло. Ну вот давайте, вот пример хороший. Трейдер торгует с 8-м плечом, и вот его результаты. Доходность плавно растет. И трейдер, торгующий с 15-м плечом. Как вы видите, если мы будем оценивать результаты, да, этот трейдер будет больше зарабатывать в случае успеха, но будет терять. И фактически, торгуя с большим
или с меньшим риском, мы имеем тот же самый результат. Кривая доходности будет изменяться практически параллельно. А вот любые повышенные плечи, они нам уже уменьшают среднюю нашу доходность. То есть восьмое плечо, двадцатое, как видите, в этом даже теоретическом примере начинает очень серьезно влиять. Валентин, вот надеюсь, я все-таки прокомментировал ваш вопрос. Поэтому, если у вас профит-фактор вашей торговли, он будет какой-то другой, особенно 1 и 2, то, естественно, и даже 20-е плечи так или иначе в перспективе будут больше вредить, нежели помогать. Ну, может быть, даже 5-е плечо. Вот таким вот образом можно будет как-то подобрать свою собственную персональную торговлю, учитывая вашу статистику, ваши прибыли, ваши убытки, что у вас происходит в тот или иной момент. Еще один момент, что хотел бы я в нашем случае озвучить. Вот вчерашний материал, я его как-то не очень-то успел рассказать. Вот это уже реальные результаты реальной торговли. Вот можете подключиться, любой желающий может подключиться к торговому счету, где совершает сделки торговый алгоритм. Я его сделал исключительно в исследовательских целях, ну, условно говоря, для самого себя. Ну и для учебно-методического материала. Логин счета 76-17-268, пароль. И, то есть, можете понаблюдать за работой этого алгоритма фактически в режиме реального времени. 155-й и 268-й. Ну, соответственно, вот, давайте включу его, чтобы было понятно, о чем идет речь. Вот у нас робот совершает сделки, прибыльные, убыточные. Что вот здесь мне ценно, то, что здесь нет субъективного фактора. Ну вот трейдер, к примеру, отошел в туалет, ушел по каким своим делам, был сигнал, но он его как-то не отработал. Робот, как вы понимаете, делает все сделки полностью в автоматическом режиме. То есть он не чувствует никаких проблем для открытия, для закрытия торговых сделок. У него одна проблема у робота – отсутствие связи, отключение компьютера и так далее. Понятно, что сделки совершаются по алгоритму. Исполнение некоторых сделок бывает крайне чудовищным. Я с этим смирился только потому, что моя задача исследовать алгоритм, а не принимать его к сведению. Но вот на основе этих всех действий, которые были совершены роботом, торговым алгоритмом, я как раз исключил эту субъективность, оставил только объективные результаты, и все эти результаты как раз хочу показать, как они отражаются в торговле при разном капитале. Ну, опять же, вот вопрос к вопросу Лушина Максима. Лушин Максим, он как раз спросил, сколько денег нужно для старта. Давайте, Максим, посмотрим. Вот у нас есть некий набор сделок, который уже был совершен торговым роботом. Робот до настоящего момента находится в плюсе. И вот возьмем капитал мы сейчас всего лишь $100. Давайте как раз и поговорим об управлении капиталом. Смотрите, итак. Капитал, депозит трейдера. У этого трейдера, давайте этому дадим 0 все вообще. 0, чтобы не мешался нам. 0. Этому трейдеру мы даем $100. Вот, к примеру, я хочу попробовать начать торговать капиталом 0,1 лота. Если трейдер будет совершать сделки с использованием робота, вот если бы Лушин Максим, давайте уж будем так, немножко на личность перейду, но, Максим, постарайтесь не обижаться, чтобы было проще понять. Вы 27 мая начали торговлю, вот у нас есть какие-то результаты с капиталом $100. Если вы или там робот, или трейдер торговал бы с капиталом 0,1 лота, то он бы потерял все деньги. В ноль он вышел бы в результате того, что у нас была серия убыточных сделок. То есть все деньги были потеряны, если бы трейдер открыл торговый счет $100, но торговал 0,1 лота. Кто-то скажет, а вот здесь дальше потом была прибыль. Ребята, а если деньги потеряны, о какой прибыли можно вообще вести речь? Поэтому здесь этот капитал понятен.
Давайте сделаем его красным. А лот у нас здесь 1/10. Соответственно, для того, чтобы нам в этих условиях капитал $100 использовать, давайте возьмем 1/100 лота и построим вот эту кривую. А какая у нас здесь просадка появится нашего торгового счета, если бы мы торговали 1/100 лота? То есть наша просадка составила бы 10% на первом этапе. Я думаю, новичок бы начал очень серьезно нервничать от того, что он делает все по правилам, но теряет деньги. Штрих пунктирной линии – это сделка с учетом той теоретической просадки, которая была на торговом счете в предыдущей. То есть если по худшему варианту этот расчет идет, на всякий случай, это учет результатов с предыдущей как будто просадкой. Как будто трейдер закрылся в предыдущей сделке с убытком. Как вы понимаете, в данном случае я взял цена финансового инструмента. Какая у нас сейчас? Евро-бакс. 1,1. 115, вот таким образом, может, возьмем котировку, чтобы нам было проще считать. Фактически у нас трейдер совершает сделки с использованием кредитного плеча. То есть здесь плечо 11, и по-другому у нас никак уменьшить это плечо не получается. Уменьшить плечо можно только за счет увеличения средств на счете. $200, и плечо у нас уже 5. Вот $300 давайте загоним сюда на счет, и получается плечо 3. Соответственно, давайте сделаем $500 на торговом счете. Как видите, здесь небольшие плечи. Вторые плечи, третьи, пятые. Это тоже нормальные, комфортные плечи. Но я сразу скажу, что в случае успеха ваш результат будет не очень-то такой впечатляющий. Вы будете на себя смотреть как-то немножечко недовольно. Заработаете к этому моменту $11. Кстати, это тоже неправильный расчет. Потому как, я же не ввел сюда, видите, вот это значение нам нужно просто перенести на последнее значение. Результат будет минус $2, в результате всех этих мероприятий. Соответственно, результат минус, около нуля, минус 0,5%. Формат ячеек сделаем, числовой, как-нибудь так вот, 0,4%. Соответственно, если у трейдера капитал, давайте возьмем мою величину, $1500, возьмем лот тот же самый, 1/100 лота, то у нас здесь вообще нет кредитного плеча. То есть у нас значение меньше нуля, меньше единички, это значит трейдер использует меньше средств, чем у него есть денег на счете. А здесь результат у нас гораздо более интересный. Обратите внимание, зеленый трейдер, вот он. Это динамика его доходности. Во-первых, торгуя без плеча, у него маленькая просадка, у него есть прибыль. Он максимально заработает, конечно, тоже немного, около $2, там, 9, полтора или доллар 80, доллар 90 будет максимальная прибыль. Но результат в результате того, что торговый алгоритм исполняет еще и убыточные сделки, результат ухудшается. Да, фактически, но этот результат у этого трейдера тоже отрицательный. Его надо сказать, что не надо себя хвалить и как-то делать. Тоже результат будет не ахти. Тоже потеря. Тот же самый результат. Раз мы торгуем и тут 1/100 лота, результат будет абсолютно одинаков. Но в этом случае наш результат вообще будет фактически нулевой. То есть если даже сейчас возьмем с точностью до двух знаков, 0,13% это будет потерь. Ноль, результат ноль. Здесь 0,5% почти, здесь нулевой результат. Как видите, вот о чем идет в нашем-то случае разговор. Здесь расчет ведется в процентах, то есть не в абсолютном выражении. И тут заработано $2 или потеряно $2. Но процентная доходность с меньшего капитала, конечно, она будет больше. Вот этот момент я как раз хотел бы, пожалуйста, Ирина, никаких проблем, могу даже вам дать. Знаете как, Ирина, я вам его, кому надо, вообще всем вышлю, но я не уверен, что вы сможете с ним разобраться. То есть, может быть, разберетесь, пожалуйста, делюсь. Но здесь уже, видите, я каждую неделю стараюсь скачивать
данные из отчета. Закончено это с 9 числом, но это позавчера, то есть перед занятием по управлению капиталом. Я думал, в пятницу расскажу именно о факторе кредитного плеча в рамках реальной торговли. А вот это дроудауны, я их вписываю руками. То есть каждый раз, вот почему я говорю, что все дроудауны я записываю руками. Беру расстояние, вот это меряю и смотрю, то есть какая просадка. Вот неприятные моменты. В системной торговле вряд ли такое будет. Ну, вот именно эта просадка, она все равно не очень большая. Это когда трейдеры торгуют руками, у них вот такие большие просадки. Ну, я уж не такую даже большую, вот типа такой. Они как раз больше всего и вредят. Но здесь они тоже небольшие по факту, там 20 пунктов. Вот те трейдеры, которые пересиживают большие просадки, у них серьезная проблема в будущем будет, связанная с увеличением кредитного плеча. Именно эти просадки как раз тот самый скрытый подпольный механизм по производству брака. Вот о чем бы я хотел сказать. Вот это я, за этим я слежу крайне строго, чтобы просадки не были фатальны для того, что для торговой системы. Итак, с этим моментом понятно. Давайте еще, могу, конечно, еще дальше чуть-чуть развить эту тему. Как вы видите... Стоп. Так, меня слышно вообще? Слышно? Звук не пропал? Поставьте плюс, если меня слышно. Отлично. Ну, я думал, сейчас что-то сломал. Итак, обращаю ваше внимание. Вот когда я провожу семинар по основам управления капиталом, я делаю акцент на размере торгового лота, от которого зависит в сочетании с ценой объем, фактически объем исполненной сделки и, соответственно, кредитное плечо. А вчера на семинаре, на вчерашнем семинаре дополнительном по управлению капиталом, я еще говорил про один метод управления. Давайте-ка я про него сейчас быстренько еще раз расскажу. Покажу акцент, на чем я вчера... Так. Остановился. Вот то, что мы, к примеру, разбирали, торговля фиксированным риском, когда трейдер торгует каким-то лимитным объемом. И касался я торговли фиксированным процентом капитала. Фиксированная фракционная торговля. Когда трейдер имеет капитал, выбирая для себя комфортное плечо и исходя из размера этого кредитного плеча, он совершает сделки каким-то определенным лотом. К примеру, евро-доллар котировка, $3000 умножаем на 10, делим на значение котировки финансового инструмента, мы получаем размер торгового лота, который будет всегда зависеть и будет пропорционален средствам трейдера с учетом кредитного плеча, с учетом цены торгового инструмента. Вот этот момент я вчера, кто смотрел семинар, я об этом говорил. Этот материал, видите, я специально не показываю, только рассказываю в рамках вот тех вопросов, которые вы задаете. И один слайдик я сделал, именно посвященный этому методу торговли. Называется этот метод фиксированная фракционная торговля. Давайте растянем немножко. То есть здесь как раз по условиям, вот все, что я сделал, точно так, те же самые сделки, те же самые действия, которые совершает торговый робот, но другой нюанс. Смотрите, капитал остается, к примеру, изменяемой величиной, и мы здесь уже задаем тот леверидж, то кредитное плечо, с которым трейдеру будет комфортно торговать. То есть не размер лота я задаю, а плечо. Помните, я когда в семинаре говорил, трейдер торгует с 10-м плечом, там с 15-м, с 5-м, вот именно эти значения забиваются. Соответственно, также происходит расчет финансового результата по всем совершенным закрытым торговым сделкам. И тем самым, то, что вот Агафонов Валентин по поводу этого слайда я говорил, вот об этих плечах идет речь. 8-е, 5-е. И вот как будут складываться эти плечи для этих
Двух трейдеров, да, соответственно, каждому я уже даю там какой-то капитал, одному $100, другому, к примеру, $1500, но пропорционально мы каждому можем дать одинаковые плечи, да, к примеру, пятые. И результат у обоих трейдеров будет абсолютно одинаков. Неважно, с каким капиталом они торгуют, если у них плечи одинаковые, то и лот будет пропорционален. Оба заработают за один и тот же период времени одинаковый результат в процентах, но абсолютно разный в абсолютном выражении. К примеру, больше денег вы заработаете $62. Результат в долларах трейдера, который торгует с капиталом 100, всего 4. Вот этот момент, а хотя процент результат будет абсолютно одинаков. Да? 4% от 1500, 4% от $100. Я к тому и говорю, что капитализация счета имеет первостепенное значение. Чем больше денег на счете, к примеру, заработали свои какие-то 4-5%, и это уже вполне ощутимая величина, которую можно как-то осязать, вывести со счета, потратить для самого себя красиво, любимого. Вот этот слайд, надеюсь, вам стал понятен. И даже есть еще один слайдик. Где же, а куда он делся? Стоп, давайте-ка. Еще одну закладку что-то я не вижу. Сейчас 5 секунд, давайте посмотрим. Куда они пропали-то, закладки? Вернемся назад. Так, сейчас 5 секунд. Вернемся к прежнему. Вернемся к прежнему материалу. Да, вот этот слайд я уже вот сейчас показал, что это фиксировано. Фракционная торговля, где ключевым критерием является размер кредитного плеча, с которым торгует трейдер. И третий пример, как раз сделан для того, чтобы сравнивать одного трейдера. Один торгует фиксированным лотом с каким-то, естественно, кредитным плечом. А у другого трейдера мы наоборот. Капитал и ключевым для совершения торговых операций является размер кредитного плеча. То есть здесь трейдер выбирает лот руками, а здесь выбирает кредитное плечо. Цена финансового инструмента, по которому совершаются сделки, одинаковая. Здесь плечо у нас будет фактически 80-е, к примеру, если мы торгуем полным лотом. А здесь у нас будет плечо, к примеру, 100-е, и результат, кредитное плечо у нас здесь, естественно, будет не учитываться. Поэтому вот двух трейдеров, в данном случае я даже посравнил, как выгодно было бы торговать какому трейдеру, но с моей точки зрения все-таки торговля фиксированным лотом для начинающего трейдера, она более как-то стабильна, более понятна. Поэтому много зарабатываем, много теряем в случае торговли фиксированной фракционной, и мы дольше будем восстанавливаться. Это неоднозначный ответ, неоднозначный вывод. Надо будет еще раз пересмотреть, и, наверное, уже я тогда в этом случае сделаю какие-то свои выводы, поделюсь с этими выводами с вами. Нужно будет посмотреть достаточный период, особенно когда там, робот, допустим, начнет зарабатывать деньги. Все-таки, когда он будет попадать в нормальные условия, когда прибыль будет приносить данный алгоритм. Вот именно это я хотел бы поставить, ну, в первую очередь во главу угла. Пока за этим делом я все наблюдаю, итог, чтобы не мешалось нам. Вот такой вывод можно будет сделать, что пока, вот за тем, что я наблюдаю, выгоднее все-таки торговать фиксированным размером лота по отношению к капиталу с каким-то определенным кредитным плечом. Хотя, если мы сейчас здесь поставим 80-е плечо, в этом случае, да, соответственно, результаты будут практически у нас идентичны.
Вот что хотел бы сказать в части управления капиталом. То есть тема очень такая тонкая, я бы сказал, глубокая. Ее со временем только начинают люди ценить, понимать, особенно начинающие трейдеры. Именно это как раз является причиной, ну, к сожалению, фатальных банкротств, когда трейдер совершает сделки, делает все вроде бы правильно, но вот результат постоянно ухудшается. Только из-за размера некомфортного кредитного плеча. У меня как раз был такой случай, снова я уже несколько раз рассказывал, показывал, даже на слайде, даже, наверное, здесь он у меня есть, в дополнительных материалах. Сейчас я быстренько гляну. Да, вот очень хороший пример. Вот этот результат торговли роботом, торговый алгоритм. Когда нагрузили его большими плечами, то есть он торговал сотыми плечами, вроде бы контроль рисков присутствовал, но результат, видите, нулевой. То есть все, что заработано, потеряно. Снизили плечи, и алгоритм начал приносить стабильную, нормальную прибыль. Вот этот момент как раз хотел бы отметить. Это 2011 год, уже 4 года назад вот такое исследование я проводил. Так, давайте посмотрю, какие у вас есть вопросы. Постараюсь, может, что-то прокомментировать. Ирина, если нужно, файл отправлю, никаких проблем. Постарайтесь самостоятельно разобраться. Не возражаю, кому это нужно для работы, для собственных каких-то исследований, пониманий. Агафонов Валентин, посоветуйте материал для изучения, для написания робота. Я так понимаю, вы сами этому учились. Валентин, в роботах я, ну то есть, точнее говоря, в написании торговых алгоритмов я полный ноль вообще. Вот прям дверь там заколочена, я в этом деле не разбираюсь. Единственное, что, в чем я разбираюсь, это в технологии написания технического задания. То есть есть люди, которые могут написать торговый алгоритм, ему отправляешь техническое задание, так чтобы программист понял, и он пишет по вашему заказу торгового робота. Могу сказать, что это, наверное, самый лучший вариант для тех трейдеров, которые, ну, вот, не талантливы или не желают учиться, или нет времени для самостоятельного изучения языка, к примеру, MQL. MQL – это язык для написания торговых роботов в торговой платформе MetaTrader. Языков, кстати, очень много. Для разных торговых платформ есть разные языки, поэтому я вот так подумал, что изучать специальный MQL там, или какой-то другой третий язык, для этого нужно иметь специализированное образование, нужно заниматься, гореть этим. И сказал бы так, что вот есть Юрганов Олег, он, кстати, пишет, может написать торгового робота, торговый алгоритм. Я надеюсь, мы с ним как-то совместно для всех вас сделаем, может, какой-то проект, который будет нам интересен. Всем интересен, всем полезен. То есть Олег сам приобретет опыт понимания того, как можно запрограммировать ту или иную торговую стратегию, торговую идею. Я, может быть, подскажу свои мысли по поводу, скажем, как можно этот алгоритм улучшить, дополнить. А все вы будете, наверное, вот такими участниками, ради чего все затевается. То есть показать, что это не очень сложно, главное уметь вот сформулировать свою мысль. И что я могу посоветовать все-таки? Книга называется, автор Роберт Пардо. Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем. Валентин, вот, книгу реально читал. Вот, собственно, такое мое знакомство с правилами формулирования технических заданий для программиста я взял отсюда. Потому что чаще всего бывает такой момент. Вот здесь в книге очень хорошо прописано то, что трейдер не понимает разработчика. Разработчик мыслит немножко другими категориями, и задача, вот все, что вы хотите сделать, задача расписать это таким образом, чтобы программист мог вашу торговую систему создать, написать, перевести в язык цифр, чисел. Поэтому
причинно-следственная связь, если там событие, то такое-то действие должно будет присутствовать. Я думаю, вы прочитаете, скачайте, особенно первая часть книги, она очень хорошо как-то ставит мозги трейдера на место для того, чтобы понимать, как общаться с разработчиками. Потому что разработчики — это особая каста, у них там в голове свои собственные тараканы, ну, знаете, особые люди, я бы так сказал. Начинаешь им что-то рассказывать, они просят немножко по-другому все это рассказать. И у меня было на первом этапе действительно много непонимания. То есть я писал, как мне казалось, очень так расширенно, чуть языком Пушкина, Гоголя, Толстого одновременно, что должно быть. А мне сказали, давай проще, вот если, то какие действия, что должно быть. И так далее. То есть объяснили мне блок-схему, как это все должно выстраиваться. Постараюсь в рамках вот будущего клубного дня порассказать, показать. Но, Валентин, есть у нас прекрасный преподаватель по данной теме, специалист. Собственно говоря, этот алгоритм написал он, Александр Михайленко. Находите его в расписании. Находите в расписании обучения, расписание занятий. Находитесь здесь. Роботрейдинг есть, платные и бесплатные занятия, там недельно занятия. Давайте, торговые стратегии отсутствуют. Вот здесь, наверное, где-то. Так. Ничего себе, оказывается, я еще структурированный продукт прошу. Нет, сюда не приходите, сегодня у меня не будет. Это ошибка. Вот, Валентин, посмотрите, здесь я снова скажу, Александр Михайленко, город Киев. Можете с ним связаться всегда по электронной почте «География Альпари». Я думаю, телефон Украина, Киев. Найдете, тут, наверное, будет вот успешный старт с Александром Михайленко, но вот у него есть семинары. Куда-то, почему-то я не вижу. Да, наверное, вот Ирина, наверное, смотрела. В данном случае почему-то я здесь не вижу в расписании, но в августе, думаю, да, он проведет. Поэтому, если вам тема интересна, вот лучше к нему, потому что если уж человек в этом деле работает, занимается, по крайней мере, написал мне тоже про данный алгоритм, который демонстрируется на экране, видите, на двух торговых счетах, это его разработка по моему техническому заданию. Так что лучший вопрос к нему. Вот дальше тут, наверное, я ничего не подскажу. У Боженко Алексей. Я совершил сделку прибыльную, моя прибыль составила $100. Откуда пришли мне эти $100? Если я заработал $100, значит, кто-то потратил $100. Абсолютно правильно, со 100% вероятностью, со 100% гарантией. Если кто-то купил, другой, значит, продал. Прошло какое-то время, если актив вырос и вы продали, то вы, значит, заработали прибыль. Тот, кто купил, неважно, этот человек или какой-то другой, тот, кто продал и сейчас покупает, как вы понимаете, находится в невыгодной ситуации для будущего. В нашем случае вы заработали, кто-то потратил деньги для того, чтобы вы могли этот момент зафиксировать. Поэтому кто-то потратил абсолютно правильно, то есть деньги из воздуха не берутся. Алексей, если у вас есть какой-то вопрос, ну, может быть, хотите развить, давайте я сейчас попытаюсь это расписать. Тут есть такой маленький момент, который, может быть, я еще даже не отметил, но неплохо было бы его расписать. К сожалению, у меня доска очень плохо, видите, выглядит сейчас. Фломастеры все не стираются. Сплошное горе. Так, попытаюсь рассказать вот этот вопрос, на этот момент. Любая сделка — это продавец продал и покупатель
купил. Давайте будем говорить сейчас в лице Убоженко Алексея. Алексей, представьте себе, что вот вы купили, да, вот в этот момент. Вот что в трейдинге существует? В трейдинге существует всегда огромное количество неопределенности. То есть непонятно, куда пойдет цена. Вот, вы купили, это вы. То есть тот, кто продает, он может быть купил раньше, да? Вот здесь он купил и сейчас фиксирует прибыль. То есть он заработал от того, что он купил раньше. То есть кто-то ему продал. Может быть, этот трейдер считает, что наоборот цена пойдет вниз. И поэтому он продал. У него есть две причины. Фиксация прибыли. Вот это прибыль, да, у нас? Или новая позиция. Шорт, да? Шорт напишу на английском. Позиция читается, да? То есть два варианта, у него два мотива открытия торговой позиции. Либо он фиксирует прибыль в этой сделке, либо он открывает в надежде на падение. Если вы открываете позицию, то вы купили. У вас есть идея, то, что цена вырастет. То есть вы находитесь в одинаковых условиях. Если цена вырастет, вы заработаете свои $100 и вы продадите. Сделайте sell. Это продажа, фиксация вашего результата. Соответственно, если этот трейдер поступил вот во втором случае, то он, конечно, потеряет, да? Потеряет минус $100. А возможно, если в первом случае он просто продал, как вы понимаете, он продал, а вы купили, то он вообще в этой сделке вообще не участвует. Но в этом случае у вас контрагент, другой покупатель, да? То есть у нас еще один. Вот вы продавец, и здесь еще новый покупатель. Покупатель 2, я его нарисую, вот так. То есть вы, как понимаете, вы зафиксировали, а он рассчитывает на то, что цена вырастет дальше, да? То есть в любом случае, и в первом, и втором случае, по отношению к контрагенту вы получили прибыль, либо потерял деньги, как понимаете, трейдер, с которым либо вы заключили сделку, и он рассчитывал на понижение котировки, либо этот трейдер фиксирует прибыль от того, что позиция была открыта раньше. Поэтому два варианта могут существовать, и они обычно так и существуют. Не гарантия, да, я купил, а вы точно, именно вы продали, и вы именно проиграли в той ситуации. То есть может быть так, что один зафиксировал прибыль, вы купили, а там появился другой трейдер, который желает купить дороже, а вы ему продаете. Ну понятно, что в итоге кто-то все-таки потеряет деньги, тут надо понять, что если рассматривать все в комплексе, вот когда произойдет окончательный расчет, да, когда цена выросла, продавец проиграет. Проиграет, имеет в виду, потеряет деньги. Ирина, по поводу модернизации робота. Вот я скажу так, что об этом, наверное, я не знаю. Я, честно скажу, не смотрел. У меня просто нет времени смотреть семинар Александра Михаленко. Не знаю, об этом говорил ли он или не говорил. Вот мое личное мнение, 100% автоматизация торговли невозможна. То есть вот невозможно ни при каких условиях. То есть робот может работать достаточно долго или в каких-то очень узких специализированных условиях, вот, но его нужно обязательно отключать, подключать. Потому что не бывает никаких универсальных торговых алгоритмов. Это вот, я не знаю, делали на этом акцент Александр. И второй момент, то что при автоматизации торговли работа трейдера самого не уменьшается, она даже наоборот увеличивается. Приходится следить за ситуацией с точки зрения стратегии. Роботы работают, их нужно отключать, подключать, следить, условно говоря, смазывать, обслуживать, потому что техника, она требует всегда обслуживания. То есть много, может быть, проблем, связанных, там, допустим, не торговыми моментами. Бывают такие моменты, особенно на биржах.
Когда роботы могут... У меня вот был неприятный момент, когда робот получал отдачу, сигналы от рынка, ну, то есть надо было совершать торговые операции. Робот выставлял заявки в торговую систему, и он эти заявки не видел в виде отчета. То есть это был сбой на бирже. Вот представляете, биржевая торговля, чем опасна с использованием роботов. Робот же не знает, что заявка, скажем, ушла, но она не исполнена. И фактически у меня робот совершал, отправлял заявки в торговую систему, они там копились, 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 когда биржа свой сбой как-то уладила, и все мои заявки попали в рынок. Это не только я попал, это много, большое количество трейдеров так пострадали. Думаете, нам вернули деньги? Ха, ничего подобного. То есть вот такой неприятный момент может быть связан, видите, с функционированием торговых систем. Поэтому работы, с одной стороны, прибавятся, это раз. Второй момент. Обязательно нужно понимать, какой робот должен в какой системе работать. Управление капиталом – это следствие вот той статистики, на которую мы рассчитываем, на те стоп-лоссы, те профиты, которые мы получаем, состояние рынка. Поэтому все вот это все нужно решать в комплексе. И в большей степени, наверное, эффект достигается для большинства трейдеров – это когда в связке работает и трейдер, и робот. Вот такая. То есть полный автомат, включил его и уехал там на Канары, и уехал по своим делам. Такие роботы долго не живут, теряют деньги со стопроцентной гарантией. Вопрос только времени, условий, ситуации. Да, вот, Олег, я бы сказал так, что можно эту проблему решать. Давайте посмотрим с этим роботом, что можно решить. Я уж так. Этот робот торгует разворотные моменты на рынке, коррекции различные, развороты. И если разворот случается, то он находится в этом развороте, зарабатывает деньги. Но при первой же опасности он разворачивается. Сигнал есть, он покупает. Вот что можно сделать? Можно, конечно, добавить фильтр для того, чтобы робот торговал только в одном направлении, к примеру, скользящие средние. Давайте возьмем мувинги сюда, воткнем. Это в качестве только примера, чтобы... Мувинг берем, и вот в рамках этого мувинга, если он направлен вниз, то, скажем, робот торгует только в одну сторону. А можно еще другой момент. Вот Олег, наверное, тоже хорошо подметил. Трейдер просто для себя оценил, в каком направлении выгодно торговать. И задал ему условия. То есть в самой настройке робота можно не мучиться с этими скользящими средними, а просто сказать, вот здесь от сих до сих только продаешь. Задал условия, ну точно так же, как в тестере торговых стратегий. Свойства эксперта. Как торговать? Long-short, only long, only short. Все. Выбираем и в каком направлении он будет торговать, в таком, пусть те сигналы только и исполняет. Есть сигналы на покупку, а он просто их игнорирует. Так что вариантов решения одной и той же задачи, чисто технических, тут их достаточно много, можно обойтись даже, может, в какой-то степени без аппаратных методов. Если каждая прибыльная сделка исключительно два раза убыточная, ну, должно получиться, что 25-е плечо должно быть, наверное, идеально. Но опять же, я думаю, что... Где у нас этот слайдик, файлик-то? В этом условии, вот если... Тут очень важный момент, Александр, смотрите, здравствуйте. Смотрите, здесь профит фактор. Да, вот в этом случае плечо 25-е будет идеально. Но не все так сладко и сладко хорошо. Давайте зададим другое условие. Смотрите, если мы сейчас сделаем, вот здесь убыток 1%. А давайте рассмотрим, сделаем вот что. Поставим здесь 2% убытка, а прибыль сделаем потенциальную, или которая будет закрываться трейдером, 4. Тоже же профит фактор 2 к 1, правильно? И здесь мы видим плечи 25-е, к сожалению, будут бесполезны.
Потому что в этой жизни или в трейдинге все мы отталкиваемся от риска, который принимаем на сделку. Поэтому 25-е плечо здесь уже будет бесполезно. Соответственно, мы должны его будем, естественно, уменьшать. То есть, ой, что это у меня здесь? 153-е. 15-е, 10-е. Ну, вот фактически 10-е плечо или 15-е не имеет глубокого смысла. Можно больше лот брать, будешь больше зарабатывать в какой-то отдельной взятой сделке, но убытки, опять же, будут приводить к тому же самому результату. Поэтому 10-е, 15-е плечо фактически, наверное, будет выгоднее использовать меньший риск для достижения того же самого результата. Ну, давайте возьмем для примера 5-е плечо. Понятно, что будет не до получения прибыли. Поэтому 10-е плечо вот в этом примере оно будет оптимальным. Давайте даже посмотрим, возьмем 8-е. 8-е не дотягивает. Ну а 15-е, как видите, смысла нет. Поэтому теоретически давайте возьмем 12-е. 12,5 мы даже можем задать. Ну, синий будет немножечко обгонять красный. Поэтому в этих условиях 12,5, так как наш риск больше в два раза, будет вот это плечо оптимальное. Можно попробовать поиграться, тут вот такие расчеты. Но, естественно, что бы я хотел сказать в этой части, это исключительно расчет теоретический, на уровне знания. Вот это так работает. В жизни, конечно, такого не будет. Одна сделка будет очень хорошая в плюс, другая сделка будет очень хорошая в минус. Проскальзывание мы как-то не сможем никак отследить иногда. Ну, давайте пример. Пример, связанный с прошлой неделей. Вот эта ситуация. Вот этот гэп раз. А еще где у нас гэп был? Где-то был большой убытка. Торговая позиция была открыта. А, нет, это на 155-м, да. Давайте. Этот робот, слава богу, более консервативен, этот алгоритм. Этот бешеный совсем тут. Ну вот, что я хотел показать. Торговая позиция перед закрытием торговой недели. Это 3.07. Торговая позиция пятница, закрытие торговой сессии. Понедельник, открытие с гэпом. Помните этот разрыв. И вот мы этот разрыв видим. Вот он у нас. Огромнейший, но здесь маленький нюанс. Ну, во-первых, ночью у меня отключили здесь электричество, все, упс, не выдержал, УПС-ка не выдержала, и случился реальный упс. Мне пришлось загрузить днем всю торговую платформу, и получилось следующее. Ну вот, фактически, когда алгоритм начал работать, у него пришел сигнал, у меня закрытие позиции здесь. Ну, по факту, конечно, можно было бы в ноль вывести как-то или близко к нулю руками. Но вот это непредсказуемое событие. На рынке они случаются сплошь и рядом. Это придется обязательно учитывать, опять же, в своей торговле. Поэтому вот такие моменты случаются, тут уже ничего не поделаешь. Ну вот, а к тому, что как можно контролировать торгового робота. Да, вот есть у нас, к примеру, тенденция. Мы ему даем сигналы не продавать во время восходящей тенденции. Он не открывает торговые позиции. Возникает, правда, другая проблема. Вот как он откроет эту торговую позицию? Как роботу объяснить, что вот здесь-то нужно продавать? Вот потому что здесь он делает попытки, и они попытки бесплодные. То есть вопрос того сигнала, который все-таки будет истинным. Иначе он у нас не будет ни покупать, ни продавать, и в сделку, в общем-то, в разворот какой-то, хороший разворот не поймает. То есть как вот объяснить роботу, что вот здесь надо купить. Вот этот момент, это тоже вариант для различного рода изучения, рассмотрения. Надеюсь, мы все это будем делать тоже в рамках какого-то одного специализированного семинара. Но, по крайней мере, мне кажется, что руками, вот трейдер, который торгует агрессивно, он, в принципе, может использовать даже в режиме онлайн вот эти данные и поторговать руками в направлении тенденции, робот открывает сделку, трейдер открывает эту сделку руками, он даже может открыть ее лучше. Видите, просадки все-таки случаются у робота. Можно открывать сделку, дальше наблюдаем за развитием событий, вовремя выходим из сделки. Можно даже улучшать работу, торговать лучше, чем робот. То есть брать не эту прибыль, а гораздо больше. То есть, ну, естественно, можно и
хуже. Поэтому вот идея-то очень хорошая, но в какой-то степени, мне кажется, даже более прогрессивная для желающих научиться торговать. Алгоритм известен, сигналы понятны, тут ничего, никаких сложностей нет, я думаю, для изучения. Ну, бывает, да. То есть, ну, хотя могу сказать, они так или иначе случаются, и бывают именно они причиной каких-то серьезных неурядиц в жизни трейдера. Ну, давайте я расскажу сейчас про свою реальность, про свою реальность, которая была в 2004 году. То есть тогда я работал на фондовом рынке, управлял, занимался доверительным управлением официально, все с лицензией. И, ну, у нас, во-первых, был не я один трейдер, там было у нас несколько. И вот был интересный момент. То, что была открыта торговая позиция в апреле месяце. Это было в апреле, а 12 числа, понедельник, вот как это сейчас, видите, я прекрасно помню, 12 числа, день космонавтики, рынок почему-то решил, не рынок, а вышли негативные новости по российскому фондовому рынку, и рынок устремился ракетой вниз на 10%. Ну, а к тому моменту мы настолько были, ощущали себя гордыми, что мы такие супертрейдеры, у нас нет рисков, и мы всегда можем клиентам гарантировать, что больше 10% мы не потеряем. И как только за один день этот рынок провалился на 8%, а трейдеры, те клиенты, которые были с кредитными плечами, там все и 20, и 30% просадки, тут я, конечно, был вот первый раз в такой серьезнейшей панике. Я не знал, что делать. Я вышел, кто смотрел фильм «Карты, деньги, два ствола», там есть главный герой, который проиграл деньги там. В боксерском ринге, когда они играли. И вот, когда он выходил, у него так голова кружилась, вот это состояние, оно было точно такое же, как в этом фильме. До сих пор я думаю, ох ты, как четко прописано. И вот в этой ситуации я находился фактически полтора года. Представляете, там клиенты не выходили в плюс полтора года. В конце концов, отдача была вознаграждена, результаты были очень впечатляющие. Многие инвесторы сначала поливали меня там не только грязью, но и всем остальным. Ну а потом, когда увидели, сколько они заработали по итогу, никто из них даже не забрал деньги. То есть все сказали: о, ничего себе. Поэтому скажу так, что вот можно сказать, что торгую руками, контролирую все, но вот я про себя просто скажу. 2004 год для меня был такой шок. Я думал, как? Рынок не должен так двигаться. А он там раз. И в течение нескольких часов минус там, 10% практически, 8%, на второй день еще там, процентов 5%. Там еще подлил министр труда Христенко, Саяно-Шушенской ГЭС, и пошло-поехало дело Ходорковского, ЮКОС, Газпром, смена премьер-министра Касьянова на Фродкова, и, в общем-то, вот целых полтора года я находился просто в шоке. Такой вот перманентный шок полтора года. Поэтому скажу так, что не надо зарекаться. Я там для себя лично вот это правило выбрал. Все может произойти на рынке абсолютно. Даже то, что вы никак там просто-напросто не ожидали. Вот. Если у нас какие-то темы, чтобы могли пообсуждать в будущем, на следующем клубном дне, кстати, может быть, клубного дня на следующей неделе не будет, либо я его перенесу на какой-то другой день, потому что опять придется выехать ненадолго в субботу, субботние дни, они очень для меня ценные, поэтому летом особенно, поэтому будем вот как-то так. Есть у нас что-то еще, что нужно нам сейчас обсудить? Вот есть тема, допустим, для обсуждения сейчас. Уважаемые друзья, кто какие-то вопросы хочет для себя рассмотреть, вот могу поделиться различными знаниями, мыслями по тем или иным вопросам. Если нет, то можем тихонечко-тихонечко сворачивать. Индикатор АТР. Валентин, а что по этому индикатору вы хотели бы узнать? Давайте сделаем так, вот, чтобы нам не мудрить слишком сильно, сделаем следующее. Я вот про этот индикатор
могу рассказать на семинаре по техническому анализу, могу прямо сейчас. На семинаре, да, про него говорил. Давайте-ка скажу, что индикатор вполне рабочий, нужен для, может быть, полезен, точнее говоря, для двух видов, трейдинга. Так, давайте-ка сделаем так. Так, так, он у нас в осцилляторах висит. И еще один я хочу сюда индикатор воткнуть. Итак, давайте поговорим об этом осцилляторе, чем он будет интересен, чем полезен. Индикатор АТР. Ну, во-первых, самообразование делает человека богатым, и поэтому занимайтесь самообразованием. Раздел «Клиентский терминал», заходите в раздел «Аналитика», находите раздел «Технические индикаторы» и находите этот индикатор «Average True Range». Соответственно, идея данного индикатора – измерять волатильность рынка, размах колебаний. Расчет очень простой. Здесь разность между текущим максимумом и минимумом, который мы задаем в расчете. Это либо закрытие и текущий максимум, или разность между предыдущей ценой закрытия и текущим минимумом. Вот какое значение больше, то берется из-за значения индикатора. Соответственно, мы задаем диапазон, и фактически мы измеряем этот вот размах, к примеру. Вот большой размах, вот он большой. Соответственно, если мы задаем значение единичку, вот единичка, вот здесь, у меня, видите, параметр настройки данного индикатора, единичка, это какой размах за предыдущий день, за предыдущий период. Единичка, соответственно, у нас берется текущая цена, и вот максимум, минимум, вот этот диапазон у нас измеряется. Он растет или падает, соответственно, мы его измеряем. Индикатор волатильности, он измеряется в пунктах, но с учетом только 4 знаков после запятой. Соответственно, кто считает в 5 знаках, должен добавлять еще сюда нолик. Удобен для того, чтобы обнаружить какое-то очень серьезное замедление тенденции, после чего происходит импульс. Давайте-ка возьмем вот этот момент, самую низкую точку, или вот эту. Какую самую низкую? Вот эту, да, возьмем. Давайте эту точку возьмем. Так, 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 так. Любое понижение значения данного индикатора говорит о том, что волатильность рынка снижается. То есть рынок переходит из состояния тренд или импульс в состояние флэт. То есть давайте-ка рассмотрим ситуацию. Я просто хочу сказать, что замедление тенденции, не смотрите, как я рисую, просто я хочу показать общую идею. А здесь у нас рынок переходит в состояние флэт. И причем этот флэт у нас, так видите, все сужается, 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 таким вот образом. Чем сильнее рынок сужается, снижается волатильность, то есть это аналог сжатия пружины. Любое сжатие рынка после каких-то движений – это признак того, что какое-то событие произойдет. Я даже, вот когда мне задают вопрос, Владимир, там, а что, почему там куда-то рвануло? Я иногда даже и не знаю. Вот потом посмотрю, открою, там, посмотрю, какие новости вышли. Ну, естественно, важные новости, конечно, приходится отслеживать в календаре. Это среды, четверги каждой недели. Там, как правило, какие-то важные отчеты выходят именно в это время. Среда, четверг, может быть, пятница. Но само сужение рынка, вот снижение волатильности говорит о том, что на рынке все участники стоят на очень низком старте и готовы к какому-то импульсу. Импульс нам непонятен, в какую сторону будет. Будет негативный импульс для валюты. Цена пойдет в одну сторону, позитивная в другую. В нашем случае, ну вот даже здесь я вижу типичную заброс-раздачу. Вчера мы об этом говорили. Заброс и, пожалуйста, вот вам раздача. Вчера об этом говорил, позавчера об этом говорил.
На следующей неделе буду говорить тоже, опять же, об этом. Заброс, раздача – это один из вариантов такой торговой тактики. То есть трейдеры даже, многие, ловушка для профессионалов называют. То почему? Вошел в сделку, цена пошла в нужную для трейдера сторону, стоп-лосс стоял здесь, трейдер переносит его сюда. Вчерашнее занятие, секреты тренировки трейдера, помним, наверное. Трейдер перенес зону стоп-лосс сюда, получает стоп, ничего не заработал, может, ничего не потерял, а цена идет в обратную сторону. Заброс, раздача. Ну, и лично я ее так называю. По крайней мере, давно уже так называю. Смотрите дальше. Любое снижение волатильности – это как раз очень хороший технический сигнал. Представьте себе, что вы живете на острове, у вас нет никаких новостей. У вас есть возможность только следить за снижением волатильности. Лично мне это нравится, снижение волатильности, потому что именно после этого будет импульс. Импульс у нас, естественно, подтвердится, но наша задача просто методом, может, тыков какого-то, попытки встать в нужную для нас сторону. Непонятно, в какую сторону будет импульс, но задача пристроиться к нужному движению. Поймаем импульс, заработаем деньги. Не поймаем, ну ничего у нас не получилось. Поэтому вот какая польза, к примеру, от этого индикатора. Соответственно, когда этот индикатор достигает пиковых значений, а их даже можно оценить, что в общем-то все импульсы вполне стандартные, 90% укладывается в какой-то стандарт. Задача, может быть, трейдера действительно найти тот предел размаха для того, чтобы понимать, что дальше вот будет, скорее всего, замедление, откат тенденции и работать уже, может быть, в разворот. Разворот, честно говоря, мне никогда не получался торговать, потому что, ну, когда, вернее, пробовал торговать, у меня всегда так. То есть вроде бы и разворот, как здесь, вот пик, но цена не идет сразу туда, куда мне нужно. То есть, но волатильность при этом снижается, снижается, снижается. И вот снижение волатильности лично мне крайне удобный, лично для меня крайне удобный индикатор. Поэтому пики я не исследую, дно обязательно смотрю. Но еще есть вариант рассмотрения, ну, не данного индикатора, а еще один индикатор подобного типа, я как раз о нем сейчас хочу и сказать. Это индикатор стандартная девиация или стандартное отклонение. Это все рассчитывается на основании той формулы, которую я показывал на основах управления капиталом. Фактически, опять же, можно справку вызвать. Стандарты отклонения. Формула волатильности сигма, которая оценивается standard deviation. Да. Тоже рекомендую посмотреть, чем мне этот индикатор интересен. То, что мы можем действительно найти отклонение цены и найти тот момент, где у нас происходит замедление. То есть, если этот индикатор постоянно пляшет, ну вот то, что я сейчас показываю, то здесь у нас более сглаженное движение, просто понижение волатильности до какого-то предела. То есть ниже определенного уровня, и вот уже появляется интересный сигнал, то что раз волатильность снизилась, жди какого-то импульса. Ну вот, к примеру, даже можно поставить какой-то уровень, 3 пятерки, давайте сделаю так. Вот таким вот образом я сейчас поменяю уровень снижения волатильности для этого графика. Для каждого графика придется настраивать отдельно. Ну и, собственно, можно посмотреть, вот, соответствует ли это тем ситуациям, которые складываются на рынке. Ну вот, да, снизилась волатильность, жди импульса. То есть тоже хороший сигнал для того, чтобы понимать, что какие-то новости на рынке уже незаметно для нас, подспудно где-то там функционируют. Мы, может быть, даже их еще пока и не знаем, потому что мы все-таки частные трейдеры, какие-то слухи до нас не всегда доходят. И только потом из любого замедления у нас появляется какой-то импульс. Да? Интересно. Вот замедление, вот у нас какой-то импульс.
Но обычно я делаю не так. Смотрю на дневном графике. И у меня стандартное отклонение четырехдневное. То есть по четырем или пяти дням я вообще так делаю. То есть задача найти тот момент, когда же все-таки рынок настолько сильно закиснет, чтобы только после этого, видите, начало формирования тенденции, ну вот это дно сейчас я даже найду, вот откуда у нас началась фактически вот нисходящая тенденция. Когда Джанет Йеллен выступила со своим программным заявлением, что количество смягчения будет сокращаться. Ну и, соответственно, сейчас вот можно посмотреть эти импульсы, которые у нас приводят к снижению волатильности, после чего происходит новое движение. Фактически можно самостоятельно забить какие-то, подобрать методом тыка какие-то комфортные уровни, чтобы только получать сигнал. Оп, внимательно, будьте внимательны. На рынке что-то происходит, нужно обязательно обращать внимание. На дневном графике вот у меня этот индикатор Standard Deviation стоит вместо ATR. Поэтому если уж говорить вот об индикаторах, я бы сказал так. Я бы поставил бы вот 0.03, если уж говорить про этот график сейчас. Для нынешнего момента мне вот, я бы сказал, вот этот уровень гораздо более интересен. Соответственно, ищем снижение волатильности, после чего у нас будет в ту или иную сторону какой-то импульс. Вот из этого снижения волатильности у нас был импульс. А, ну это гэп у нас, да? Гэп. На гэпе у нас все это вышло. Но опять же, все ждали этого гэпа. Тут даже ребенок знал, что в воскресенье будут решаться проблемы Греции. Вот такой момент, что касается индикатора ATR и, соответственно, индикатора Standard Deviation. Фактически для самих себя можете их наложить, условно говоря, друг на друга по своему собственному желанию. Давайте-ка сделаем именно это. Просто чтобы было посмотреть на что. Сюда перенесем. И здесь поставим тоже 4-дневный ATR. Фактически, как все осцилляторы или все, весь принцип, у них будет очень-очень схожий. Видите, импульсы одинаковые и нисходящие тенденции, то есть снижение волатильности тоже одинаковые. Как говорится, на любителя. Каждый сам может для себя выбрать тот или иной тип индикатора и с ним работать. Не увеличивайте чрезмерность, не увеличивайте количество индикаторов, лучше оставьте только то, что вам нравится, с чем вы работаете чаще, что вам комфортно. Оставьте один, и то его вот так вот закрывайте, открывайте, только чтобы он вам глаза не мозолил. Валентин, по поводу АТР. Мысль понятна, для чего он нужен, для чего он нужен. Тут нет никаких волшебств. Все индикаторы сделаны только для того, чтобы упростить, увидеть, вот не спешить. Помните, я говорил, что в любой сделке выигрывает тот, кто в последнюю очередь войдет в торговую позицию. Вот нам этот как раз и дает. Индикаторы, не только этот индикатор, но и другие индикаторы, дают именно те сигналы, что вот здесь еще можно дурака повалять немножко, а вот здесь уже будь внимателен, потому что произойдет какое-то знаковое событие. Вот отсюда начнется импульсное движение. И, в общем-то, рынок нам дает всем своим как-то вот нутром, действием, поведением сигнал о том, что все стоят на низком старте. То есть никто не покупает, никто не продает, дураков в этом моменте нет. То есть все, здесь же нет частных трейдеров, здесь профессионалы, 90%, 99% это сугубо профессиональные участники. И дальше после этого начинается импульс, наша задача пристроиться к движению, все. То есть не мудрить. Как видите, мне вот этот индикатор, он фактически очень нравится, я его чаще применяю, чем АТР. То есть у него как-то, он более сглажен лично для меня,
Я не люблю, когда сегодня он показывает одно, завтра показывает другое, быстро меняется. Поэтому как несколько консервативен. Какой принцип в выборе периодов? Да я иду вот очень по-простому. У меня на рабочем компьютере, на рабочем, это вот то, что я сейчас демонстрирую, это уж так рабочий, не рабочий. У меня вот одна и та же валютная пара в нескольких таймфреймах. Начинается, ну, так, давайте, 5 минут, 30 минут, час, 4 часа, день. Вот каждая валютная пара, с которой я наблюдаю, именно так выстроена. А потом идут уже золото, серебро, только дневные графики. Идет отдельный там фондовый рынок России, ну, мне просто удобнее так смотреть. Нефть, что там еще у меня есть? Индекс доллара, давайте гляну. Так, Газпром. Валютная пара доллар-рубль, евро-рубль, потому что у меня в этом интересы тоже есть. Американский фондовый индекс, Standard & Poor's, CFD, график. И валютные пары, в основном все евровые, все долларовые. То есть фунт-бакс, евро-доллар, доллар-франк. То есть я их подключаюсь только в виде профиля. То есть я, чтобы не мозолить мне себе глаза, я сохранил в профиле, чтобы быстренько переключаться к нужной валютной паре. Ну, вот как бы здесь примерно. Вот. То есть, конечно, здесь опять же все уже поломано. Поломано, так как веду все. Знаете, профиль, ну, примерно покажу, как вот швейцарский франк. Вот в таком виде у меня. Но только гораздо больше этих графиков. 5 минут, снова повторюсь, 30 минут, час, 4 часа, день. Вот как здесь три графика. Ну, фактически, начинаю анализировать с утра, допустим, пришел, включаю, посмотрел ситуацию краткосрочную, что сейчас происходит, потом 30-минутку посмотрел, также глянул, часовой график посмотрел, 4-часовой, дневной. Либо наоборот, дневной час, там, и в сторону убывания. Либо туда, либо сюда. Если вижу, что, в общем-то, картинка складывается в моем каком-то представлении, то я совершенно сижу спокойно. Дальше по ситуации. То есть либо переключаю профиль, либо либо чем-то занимаюсь другим. Валентин, в выборе индикаторов. Ну, давайте так скажу. Вот опять же, сейчас скажу, что у меня есть. Вот расскажу про. Так, извините, тут у меня какой-то жуткий звонок, никак не останавливается. Так, приоритеты в выборе индикаторов. Валентин, ну я не знаю, вы смотрели, не смотрели семинары по техническому анализу. Я даю предпочтение классическому графическому анализу. Вот трендовые линии, графические инструменты, треугольники, прямоугольники, флэт. А все вот то, что у меня наложено, это все в рамках всего лишь подтверждения идеи. То есть не является это для меня таким основополагающим, то, что вот здесь у меня скользящее среднее показывает вверх. То есть я смотрю на картинку комплексно, то есть что происходит здесь сейчас, какие ситуации, кто занимает какую торговую позицию, то есть где у нас основные деньги находятся, в каком состоянии. А индикаторы, ну они у меня наложены, ну только, знаете, как вот не хочу об этом говорить, а то, что я на них не смотрю серьезно. То есть вот он есть, он мне дал сигнал. Вот то, что здесь, внимательно, волатильность снизилась. Интересный момент, значит, что-то будет. Если я что-то там проследил, просмотрел, значит, вот это замедление рынка говорит о чем-то. То есть уже нужно считать, смотреть новости экономические. То есть подсказка. Если говорить об индикаторах, это скользящие средние, три скользящие средние. На каждом графике есть. На каждом графике есть индикатор MACD или MACD, или кто его как называет, MACD, MACDAC.
МАКДИ, ОСМО. ОСМО в последнее время как-то я не особо не любил этот, не то что любил индикатор, без него обходился совершенно спокойно. Но вот торговый робот работает, который в данном случае тестируется, он работает на индикаторе ОСМО. Это осциллятор, moving average, поэтому тоже приходится смотреть, искать какие-то разумные вещи. Без него раньше обходился совершенно спокойно, вот сейчас как-то заинтересовался. Поэтому тоже не смотрю на него серьезно, больше смотрю, вот если уж говорить, на какие индикаторы я больше обращаю внимание, скользящие средние и индикатор, наверное, МАКДИ. Причем МАКДИ у меня немножко вот в таком виде. Так, а может быть даже у меня в шаблоне есть такой? Сейчас посмотрим, 5 секунд. Нет такого, давайте создам шаблон, вдруг пригодится. Так, сейчас быстренько удалю все, что как есть. Итак, у меня два наложенных друг на друга индикатора MACD или MACD. Давайте возьмем даже какой-нибудь сейчас вот. Часовой таймфрейм, да? Часовой график. Здесь у меня один индикатор, параметры стоят 45, 100, 15. Так, мы его сделаем толстым. Или, да, толстым сделаем. Нет, слишком толстый. Я сейчас прям покажу, как у меня это вообще все выглядит. Пусть будет так пока. А второй индикатор. А второй индикатор MACD, он у меня фиолетовый, в крапинку. Цвет давайте какой-нибудь поменяем тоже. Этот вот кримзон. И параметры этого индикатора 3, 10, 3. И вот, стоп, не так. Он наложен вот таким вот образом. То есть фактически в рамках восходящей тенденции, к примеру, если трейдер интересуется, и вот эта вся тенденция для, ну, к примеру, для меня восходящая, сейчас я ее выделю, вот этот момент, то выгоднее входить только от покупки. То есть в этом случае второй индикатор является фильтром для поиска возможности входа в торговую позицию. То есть окончание коррекции отслеживать. Вот сейчас тенденция закончилась, восходящая. Рынок у нас перешел в состояние как минимум флэт, замедление у нас явное. Индикатор говорит, покупай, но можно уже ничего не делать вообще. То есть сидим, просто спокойно ждем, куда у нас будет развиваться тенденция. Если она пойдет вниз, то будем искать сигналы на продажу на основе более короткого индикатора MACD. Если трейдер желает наоборот торговать разворот, то есть тенденция есть, разворот, то можно, конечно, использовать эти сигналы. То есть вот по желанию. Вот такая вот у меня на часовом графике картинка. Давайте-ка я его шаблон сохраню, чтобы было чем похвастаться в будущем. Так. Вот у меня. Или давайте уж сделаем. Вот так вот делаете шаблон, сохраняете, он вам пригодится для работы. И чтобы 10 раз не переделывать, не доставать то, что у вас уже есть, вот таким образом. Ну, соответственно, толщину линии, если хотите, вы можете, конечно, поменять. Вот тут я тоже что-то немножко перемудрил. Вот так оно все-таки должно быть, наверное. Вот. Вот такая картинка. У меня два индикатора наложены друг на друга. Можно сделать в отдельных окнах, но у меня вот так, мне удобнее.
Валентин, ну вот по поводу подбора параметров, ну каждый раз тестирование. То есть вот то, что я вам сейчас показал, это варианты тех скользящих средних, которые я накладывал, смотрел, принимал. То есть, ну, в данном случае то, что мы сейчас видим, свойства индикатора 45, 10, 15, это две экспоненциальные средние. Они мне просто показались удобные. Берем 45 и 100, пожалуйста. Вот две скользящие средние, собственно, они как раз и являются вот этим синим графиком, да, расстояние между двумя скользящими средними. Вот здесь смена тенденции глобальная, здесь у нас разворот тенденции, признаки разворота, замедление тенденции. Вот что я использую. А краткосрочный график, соответственно, сами понимаете, 3.10, это вот 3. Только график, конечно, должен быть часовой, да, в данном случае. Вот. Мне вот так удобно, я это и использую. То есть мне нужны сигналы для того, чтобы вовремя найти окончание коррекции. Ну вот фактически, да, вот у нас сигнал здесь уже появился к тому, что почему бы не купить. Соответственно, чтобы не загромождать график скользящими средними, вот наложил MACD, подключил, шаблон, сохранил все нужные изменения. И дальше уже работаем. То есть все-таки это всегда индивидуальная работа, когда говорят, а какие у вас параметры? Ну я вам скажу, а толку-то от этого, наверное, будет никакого. Так, в качестве идеи отправной точки. Ведите дневник, ведите записи, делайте эксперименты, только так вы добьетесь успеха. А деньги на шару здесь не приходят. Вот такое вот, такое мое мнение. Давайте начнем тихонечко заканчивать наш клубный день сегодня. Видите, я поделился тоже своими какими-то наработками, мыслями. Надеюсь, были полезны для создания каких-то своих собственных идей торговых систем. Смотрите. Если будут вопросы, задавайте, пишите вопросы в чат, либо письмом. Есть ли какие-либо еще вопросы, которые хотелось бы вы обсудить? Потому что вопросы вроде бы как у нас. Мы разобрали практически все. Если вопросов нет, то я буду заканчивать наше занятие. Валентин, вот то, что я уже вроде как описал, наверное, вопрос закрыт. И тишина. Давайте так сделаем. То есть вы так сидите, молчите, либо конспектируете, либо что-то еще делаете. Давайте сделаем следующее. Идеи я вам какие-то выдал. Вы их попробуйте. Сядете сейчас. Вы знаете, тогда бывает так, воодушевишься какой-то идеей, посмотрел, она приятная, работает, замечательно. Хочется самому там что-то добавить, какие-то идеи. Я тоже не гениальный человек. Вот. Будет на следующей неделе семинар трехдневный, посвященный техническому анализу, графические методы, индикаторные методы, 2 или 3 дня. Вот у вас появятся новые вопросы, приходите, задавайте, пишите их в чат. Сейчас, наверное, да, действительно, решить, придумать какой-то новый вопрос абсолютно невозможно, нужно все попробовать, посмотреть. По крайней мере, я поделился своими мыслями, своими наработками. Дерзайте. Успеха вам. Всего хорошего. До свидания. С вами был Владимир Тишко. Надеюсь, наше занятие было сегодня
полезно, плодотворно. За всем прощаюсь. Хороших выходных. Сегодня прекрасный день. Так что будет, надеюсь, у нас все замечательно. Олег, давайте сделаем так. А не могли бы вы мне прислать по электронной почте ваш телефон, по которому можно связаться? Я хотел задать вопрос по электронной почте, но почтой как-то особо пользуюсь только в случае, когда отвечаю на письма. Напишите, мне хотелось позвонить, поговорить, обсудить там пару моментов. Не сегодня, а в понедельник. Вот. Если не сложно, напишите, я созвонюсь. Потому что мне проще звонить, у меня по нашей стране, по ближнему зарубежью есть возможность звонить практически бесплатно. Да, ну давайте скайп, хорошо, можно и скайп попробовать. Хорошо, замечательно. Большое спасибо, до свидания, удачи вам, всего хорошего. С вами был Владимир Тишко. Надеюсь, идеи, вот, по крайней мере, я вам поделился фишкой, как работать с индикатором MACD, можно. То есть, как искать коррекции в рамках глобально восходящей тенденции. То есть, такие удобные, наверное, моменты. Зарабатывайте, делитесь своими знаниями с другими трейдерами. Вы будете очень серьезно прогрессировать. Удачных выходных, всего хорошего, до свидания.